стоять. На голове стоять? Да. Хорошо, а почему игрушки у тебя раскиданы? У нас же сегодня уборка по плану. Ну хорошо, я сейчас уберу. Ну давай, убирай. Вот я сейчас уберу. Давай, давай. Вот уберу, я уберу. Вот уберу. Вот, на, вот, вот. Убрал. Лёлик. Что? Ты что? Так же не убираются. Как убирается? Надо все, что валялось, надо было расставить на свои места. Свои места? Вот ты где брал? Вот где ты брал, например, гномика? Вот где? Вот тут он был, правильно? Правильно. А почему он сейчас там? Ребята, ну вот это все ты виноват. Вот почему я пришел и сразу начал ругаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Привет. Я тут путешествую по странам. Ага. И делает бардак везде. И не убирает за собой правильно. Дети, вот скажите, что нужно вот убирать за собой игрушки и помогать родителям убираться. А что, вы дома всегда убираете игрушки, да? Это получается, я не убираю? Получается, ты не убираешь. А я сейчас покажу, как я буду убирать. Давай. Вот сюда. Вот, вот сюда. Хорошо. А вот те игрушки давай. Вот давай, неси, я тебе буду помогать. О, эту игрушку поставлю, посажу вот сюда. Хорошо, вот. Я пойду другие войну. Вот. А, полосу лучше. Вот, вот это ушастика, вот. У вас тоже такой ушастик есть, да? У меня есть, да. На вашей планете у всех они есть. Вот сюда. Так, давай, давай. А вот, вот Новика, да. Вот сюда, где он был, на место вот так. Да. Так, держи мячик. Да, помните, мы говорили, что если бережно относиться к игрушкам, всегда за ними ухаживать, смотреть, наводить чистоту, порядок, помогать мамам, чтобы она никогда на вас не ругалась, то ваши игрушки проживут очень долго, долго. Да, вот, держи, ставь на место, и сейчас я тебя буду учить подметать. Подметать? Да, вот убирать мусор с ковра. Ну, давай. Давай, ты игрушки ставь на место. Ставлю. Ставь, ставь. Смотри, вот игрушку убираешь, вот так вот подметаешь. А, я понял, давай, я ты понял. Да. Вот так. Нет. Ты же так разгоняешь пыль. А как? Надо аккуратно, вот так вот. Все в одно место, все в одно место. Потом приносить совок и вот так вот на совок мусор. И нести вот так вот и в мусорку. Вот это да! Ребята, Сорик научил убираться. Да. О, а вы обещаете, что вы вместе с нами будете помогать своим родителям? Да, да, да. Вот, да, будете помогать убираться. А за это, они могут, вот, например, конфеты давать. Да, печенюшки разные. А еще, смотрите, можно помогать маме мыть посуду. Да, да, да. Вот, смотрите, я вам задаю вопрос. Вот, смотрите, вы вот, когда помогаете маме, ну, наверняка кто-то моет посуду. Вы, когда посуду моете вот так. Вот. Сколько у вас остается целых тарелок из 10? Сколько? Сколько у тебя, Жорик, остается? У меня 10. О, прикольно. А почему у меня остается 13? Ну, потому что у тебя изначально, значит, было 13. А, да, точно, вот. У меня изначально было 13. Ну, значит, да. Мы научились убираться, сегодня мыть посуду и всегда помогать своим родителям. Да, 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 да. Правильно? Да. А за это... А что за это? Мультфильм! А за это ты мультфильм! Да. Давай смотри, давай! Пошли, смотри! Давай, вот так, пошли! Так, бери свою карточку! Карточка моя! Ребяточки, так, все сюда, вот так! Вытягивайте на мультфильм! О, пошел! Ух ты! О,